Нормально все занимаешься. Я вот, наверное, сейчас засну. Что-то мне подсказывает мое состояние. Сейчас на работе. Ну, я сейчас тоже... Ну, сейчас бы я лучше поиграл бы, конечно. Ну, сейчас он тут. Спасибо, Спартак, у меня файл. Почему? Что почему? Ну, почему спать хочу? Ну что? Ну да, ну, я привыкла после обеда спать. Я каждый день сплю после обеда. Спасибо, Спартак. Давай, сейчас спишь, 2 часа играю. Ты давай меня имя. Как бы ты проиграл. Давай меняй. Какое имя? Ирина. Спасибо. Давай меняй, я никого не ебу. Ну и знаешь, не так, как я бы сделал. Старшак, спасибо, смотрите. Спартак, спасибо. Ой, у меня Каспийский груз, походу. Каждый был. О, ладно, да, чувак, давай, спокойной ночи. Ой. Ой. О, ошибочка вышла. Хорошего вечера. Чего там? Журнастамон, работает. И как ты спать не хочешь, ты же позовёшь. Всё, вы будете меня видеть в микрорежиме. Так что подумай как следует перед тем, как пиздеть. Ксиву убираймент, это гвоздя не нужна мне. Базарю дерзко, извиняй мент. Южный темперамент, нищета, безнадёга. Грязь, как верн сакс, закалялась сталь. Так давай, чёрный ход, связь, факс. Не грусти, я не грущу, правда, мне все хорошо. Спать хочу. Что я вот тут вас не топит? Я не знаю. Я где я хожу? Нет. Может, я не там хожу? Но я не видела. Но, скорее всего, я не там хожу. Я подожду. Нет. А ты не заметила, что я перекрасилась? Правду не долюбишь. Так, фингал. Да, ты не видел? Еще вчера был.
подралась. Я нет, получила по шее просто. Мне сказали, много разговариваешь. Вкусно, да. Это скажу. Ну, там такая длинная история. Мужчина ударил. Чуть-чуть. У меня кожа нежная, задела, и у меня снег уже. Как дела? Ты хорошо, у тебя как? Или уметь неплохо, мужик, его можно полюбить, Ирина. Асик, ты меня хочешь ко всем склеить? То Сага или как Сада, как его зовут? Закон ответил? Нет. А просто мы знакомы. Все, уже сдался. Да нет, он тут написал. Писал сегодня в стриме. Блин, так непривычно с этим цветом. Может, еще накраситься хочу. Краситься пока мне нельзя. Не уважать вообще, который дан. Молодец, я тоже таких не уважаю. Они могут поднимать руку только на слабый пол. Пусть подойдут к борцам или к боксерам. С ними дерутся, а не с девушками. Меня Ирина зовут. Каникулы в мае. Взаимно. Потом. Завтра обалдеют то, что у меня другой цвет волос. Так думаю. Одногруппники. Краска пахнет, но мне нравится. Я сколько считала. Ирина, я хочу, чтобы ты ко мне приехала.